Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино, его ведущий Слава. И у меня для вас новость. Я открываю на своем канале новый небольшой проект. Вот это поворот. Это будет проект «Гараж номер Аль Пачино», там не знаю какой номер. Это будет вот хороший гараж. Я с ним буду делать мужскую берлогу. И мы будем заниматься с вами небольшим ремонтом. Вы мне будете что-то советовать или не будете что-то советовать, я не знаю. Вот, мы будем смотреть на все это действо, решать вместе, что с ним делать дальше. И, в общем, будем видеть, как гараж превращается с говнишка, с говнеца в нормальную мужскую обитель. Вот, но вы думаете, что это гараж мой? Нифига! Вот мой гараж. Ты что, с ума сошел? Он печальный. Сейчас вы увидите все его недостатки. Давай, сука! Вот так он у меня открывается. Вот. Вот, значит, гараж в плохом состоянии. Говно! Но мы его будем делать. Вот мы видим, у меня вот такие ворота. Они немного убитые, они поржавели полностью. Вот, и мы их будем восстанавливать. Я закажу с Китая пескоструй, вот, и мы будем пескоструить, а возможно что-то другое делать с этими воротами гнилыми. У меня есть вот такая яма, яма более-менее в хорошем состоянии, вот, что удивительно, потому что далее немного хуже. Стена, ее будем штукатурить, вот, ну или советуйте, что можно еще с ней сделать. У нас течет крыша, крыша у меня перекрыта рубероидом полностью, но... Далее я вам покажу, там есть небольшая трещина в основании, в углу рубероида, скажем так. И я так понимаю, что оно дальше просто протекает по крыше. Вот задняя стенка у нас поштукатурена. Перештукатуривать я не знаю, ли буду ее. Ну и боковая левая, наверное, половину нужно будет штукатурить. Вот трещина уже как бы большая есть и вижу мокрые участки. Но еще вот у нас такая есть трещина в... Получается, в левой части задней стены. Она тут большая, капитальная, серьезная. Мне кажется, через нее могут пролезть. Какого хера здесь делаешь? Блять, это мой гараж, я его купил. Иди в жопу, блин. Урод, я его купил, гараж, иди нафиг. Two hours later. Какой-то дебил гаражи попутал. Блин, меня тут еще не все знают. Подумали, что какой-то вор или фиг его знает. Еле отбился. Придурки тут всякие ходят. Вы пишите обязательно в комментариях, что вы советуете делать с этим гаражом. Штукатурка, стяжка, чем рекомендуете перекрыть крышу. Вот, я буду рад увидеть, услышать ваши предложения, ваши идеи. Вот, и буду, короче, в общем, благодарен, если вы будете мне что-то советовать. Вот, я также понимаю, что в комментариях будут люди, которые скажут, что нужно нафиг сжечь этот сарай или развалить его и вообще уехать в Зимбабве и там жить и не показывать свои ролики, мои ролики. Но в том и фишка, что из этого гаража я буду делать мастерскую, буду делать такую мини-мужскую берлогу, короче, поставлю сюда диванчики. Ну, короче, все будет офигенно. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Вот, ну и давайте мы прыгнем, я вам покажу яму. Вот у нас такая яма, как бы стенки ямы очень хорошие и, в общем, не посунулись с ними, все отлично, все хорошо. Вот, так, сейчас я включу фонарик. Вот, мы видим, короче, стены, вот тут боковые, они сделаны из бетона, бетонных плит, вернее. Ну и, в принципе, сделано более-менее добротно, тут какие-то, что-то валяется. Вот, кто-то утку тут хранил, мне говорили. Вот, и тут я пока что вообще не знаю, или стоит что-то делать, потому что, ну, короче, не знаю, стяжки тут делать, не стяжки, штукатурка, штукатурить стены, я еще толком не знаю, потому что я хочу все сделать по минимуму, чтобы это было при минимальных все затратах, этот небольшой ремонт, и чтобы было все, короче, дешево и сердито, вот что самое главное в этом будет проекте. Вот, у нас тут вообще какой-то отсев лежит, вот, в общем, вот такая...
берлога. Я сейчас не удивлюсь, если тут отсюда какая-то крыса большая вылезет и, короче, сожрет меня нафиг. Вот, дырочку видим. О, привет, кто там сидит. Вот, так что вот такая петрушка, ребят. Опять же, пишите в комментариях, что вы считаете делать с гаражом, как его реставрировать, как его ремонтировать. Вот, и с самим гаражом, и с подвалом, конечно же. Также вы в видео могли видеть ту трещину на крыше, про которую я говорил. Пока что, я думаю, просто залить смолой. Вот, ту трещину саму, и сверху накрыть еще рубероидом и прогреть. Вот, значит, я вам показал свое достояние. Пишите, опять же, в комментариях, что вы считаете, что вы думаете. Только сильно не проклинайте, нафиг я это дерьмо купил. Будем восстанавливать все вместе. Перекрывать крышу, штукатурить, делать стяжку, возможно. А возможно, не будем, я толком еще не решил. В общем, будем делать мужскую берлогу. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам это пока что нравится, по крайней мере. И я буду рад вашим комментариям и советам. Всем спасибо. С вами был Слава Самборский. Пока. А ну иди сюда, блядь, падла.